latching sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden things. In spring, rainbow trout and a hummingbird wing. Golden, I'll follow only golden, golden, golden things. Gold hair, gold ring. Сейчас вам быстро покажу, что мы купили, забегали с Эфикой вместе в магазин. Во-первых, взяла кудрявый кейл, мне очень нравится этот салат. Вкусный, но он, конечно же, очень полезный. Поэтому вот для себя, для салатов взяла. Взяла цветную капусту, брокколи. Они у нас были по акции, по 150 рублей. Хочу либо на пару приготовить, ну, либо просто потушу. А дальше у меня здесь огурцы. Огурцы у нас уже закончились свои, поэтому для салатов я взяла огурцы, редис и еще помидорки черри. Помидор мы сняли с куста, но он у нас в основном зеленый, сейчас лежит там в цоколе, дозревает. А дальше для того, чтобы готовить на гриле, взяла много разной вакуумированной кукурузы. Она уже практически готова, то есть ее доготовить прям буквально 5-10 минут. А вообще меня Леша послал за ингредиентами для своего рецепта. Вот, ну и плюс взяла тут кое-что по необходимости. Дальше взяла муку. Стараюсь брать муку не российского производства, потому что все наше хорошее зерно в основном идет на экспорт, у нас уже остается не очень качественный продукт. Дальше у меня здесь лисички, либо с картошечкой пожарю, либо пирог сделаю, пока не решила. Дальше геркулес взяла, вот он. Закончился геркулес на каше себе, и Софику очень любит тоже овсяную кашу. Мой любимый рис. Хочу приготовить, ну, такую, знаете, легкую версию плова. Не готовлю его по всем канонам, такой с курочкой, но зато очень вкусный. Дальше мини-кукуруза. В овощные смеси какие-то на завтрак тоже очень вкусно. Леша для рецепта взяла спаржу. Также Леша для рецепта вот здесь у меня базилик. Оливковое масло тоже было по акции, такая большая литровая бутылка, она закончилась, поэтому взяла. Далее дижонская горчица, мне нравится ее консистенция, вкус идеально, какие-то соусы и маринады. Дальше для сэндвичей, для бургеров нам нравятся вот такие вот соусы, made for meat. Взяла для, так, это копченое, копченый барбекю и для бургера. Еще очень нравится нам Санта Мария, кажется, так называется, тоже вкусные соусы. Лук пари мне для рецепта, Леша тимьян. Ну, вообще тимьян я еще очень люблю добавлять в бульон и в какие-то вторые блюда, поэтому он у нас уйдет. Так, здесь у меня кусочек пармезана. Софика выпросила вот такие вот вкусняшки, я взяла. Здесь у меня филе бедра индейки на кости. Буду готовить горячее блюдо. Потом такие йогурты тоже Софика попросила. Ну и здесь уже ягоды, голубика, клубника, малина. У меня Лиза не очень хорошо ест фрукты, а все-таки что-то есть надо такое вот. Поэтому я беру им в ланчбоксы в основном вот такие ягоды. Наши же, к сожалению, закончились. Также лайм тоже Леша попросила, ему нужно для рецептов. И вот такие вот макарошки беру на суп, на куриные супчики. У меня здесь буковки и звездочки. Вкусные детки любят. А вообще люблю эту фирму и лапшу для супчиков, и вот такие вот разные буковки у меня дети любят. Хочу сделать ставку и показать, какой у нас ужин был вчера. Вот такая вкуснятина. Здесь спаржа, кукуруза,
бифштег. Это Лёша готовил рецепты на своем канале. Ссылочку оставлю. Обязательно переходите, смотрите. Рецепт универсальный, хоть он и готовит на гриле, но это можно приготовить и на домашнем гриле, или на сковородке, или в духовке. Сейчас покажу, что приобрела для себя и детей. Значит, в магазине H&M я купила вот такие очаровательные гетры. Каждую осень-зиму себе приобретаю там гетры. А вот эти, они вообще шерстяные, но мягкие, такие приятные. Посмотрите, какой классный бантик. Вот честно, я с удовольствием получила бы вот такой вот презент, такой подарок. Очень красиво смотрится. И цвета приятные, такой серый меланж, бежевый меланж буду носить. Вот, по стоимости сейчас вам скажу, стоят они 999 рублей, но это натуральная шерсть. Также я приобрела Лизе колготочки. Мы тут их уже открыли, это я на выходных покупала. Пошли гулять, замерзла, поэтому нужны были колготки, вот быстренько зашли. Очень понравилась расцветка. Вот такой вот бежевый оттенок. В белую крапинку, горошинку. По стоимости они 1300 за три пары. Потом вот такой вот зайчик. И она ушла, там розовые колготочки тоже с зайчиками. Конечно, не бюджетно, но зато эти колготки хорошо носятся, не скатываются, ничего с ними не случается. Обычно я колготки, носочки, трусики покупаю в Мазике по распродаже. Они там стоят значительно дешевле, мне кажется, там пара выходит по распродаже рублей 400. Вот, тоже отличного качества, но вот нужно было приобрести, потому что мы как-то резко из всего выросли. Дальше себе я приобрела вот такие вот нюдовые бежевые перчатки. Тоже, когда отправились на прогулку, у меня просто вообще перчаток нет, у меня только одни девчат-варежки. И вот, когда заходила Лизе за колготочками, взяла себе вот такие перчатки. Мне понравились. По стоимости они, по-моему, то ли 299 рублей, то ли 399 рублей. Хорошо так аккуратненько сидят на руке. Приятные очень, здорово. Единственное, какой недостаток, здесь вот нет такой штучки, чтобы пользоваться телефоном. Ну, ничего страшного. Вот ходить гулять, и мы гуляли очень теплые. Мне прям понравились. Хорошие, ну и по стоимости. Недорогие, и они такие, знаете, плотные. Нет ощущения, что они там разорвутся через пару недель. А сейчас покажу, что приобрела уже сегодня. Софийка приобрела вот такую шапочку. Это Zara со звездочками. Мне понравилось. Она приятная такая к рукам, к телу. Я думаю, и тоже ушки, головку не будет, лобик колоть. Вот такие звездочки. Ну и плюс очень приятный нежный цвет. И она тепленькая. Вот тут еще хорошая подгибочка такая. Ушки будут закрывать. Плюс был наш размер 3-5 лет. Потому что почему-то найти шапку на Софиин возраст, что-то у меня в последнее время прям затруднения какие-то. Дальше. Вот что одна, что другая. У меня почему-то выросли все колготок. И в H&M, к которому я сегодня ходила, как назло, вообще никакого выбора не было. И поэтому я взяла по классике белый и розовый. Хотя в школу нам нужны именно либо белый, либо синий. Ну, пускай вот что есть, то есть. Дальше я купила девочкам своим перчатки. По стоимости за 3 пары 399 рублей. Мне кажется, хорошая цена. Каждый год в H&M покупаю подобного плана перчатки. Но в этом году есть вот такие вот нейтральные цвета. Они какие-то тоже, знаете, вырви глаз или с рисунками. Здесь такой карамельный цвет, нежно-розовый. Золотым плетением, надеюсь, вам видно. Ну и просто такой розовый пудровый цвет. Классный. Путаться мы не будем, потому что сами можете заметить, какая разница в размере. То есть тут не перепутаешь, поэтому взяла одинаковые оттенки. Ну уж очень они мне понравились. Так, себе взяла тоже носочки. У меня что-то все закончилось. Взяла вот такой вариант, они стоят 799 рублей. Здесь 7 пар, тоже приятные нейтральные оттенки. И еще хочу купить, вот сейчас прохладно, но такие нормальные, знаете, высокие носочки. Но что-то тоже не было. И еще, девочки, для Софийки я взяла теплую курточку. Вот такая она внутри. Идет с мехом, со смехом. Теплая. Капюшон тоже полностью весь утепленный, то есть полностью внутри мех. Вот. Нету, знаете, какой-то такой некрасивой опушки. Можно немножко капюшон вывернуть, и вот будет вот эта вот меховушка.
Дальше, смотрите, шейка тоже полностью закрывается вот этим вот мехом. То есть, если застегнуть, то ребенку здесь будет мягко и хорошо, в общем. Застегивайте прям под горлышко. Ну и цвет. Цвет мне тоже понравился. Нежная такая пудра. Есть скрытая молния. И дальше все это еще застегивается вот на такие пуговки. Есть накладные карманы. Не знаю для кого как, но мои дети обожают, чтобы были карманы, чтобы туда что-то можно было положить. Дальше манжетики тоже такие вот потайные. Ну и все. Вот такой вот она формы. Понравилась мне, сейчас вам скажу. По стоимости она идет 2999 рублей. Сейчас вам покажу, возможно, кому-то пригодится. Вот здесь вот можно увидеть артикул, если поставите на паузу. Вот, и там, знаете, в таком же оттенке, но как будто бы она, знаете, не такая качественная, не такая плотная, тоже есть теплая курточка, мне кажется, вот эту курточку вообще и зимой можно в легкую надевать, если еще под низ одеть какие-нибудь штанишки такие, да, теплые, комбинезончик теплый, ну, штаны с лямками, да, вы поняли, зимние вообще здорово, классная курточка, будем с удовольствием носить. Just where it was needed. Мы уже вернулись домой, насобирали тут разного богатства для творчества. Как я вам и сказала, хочу сделать веночек. Веночек такой максимально осенний, из природных материалов. Поэтому мы насобирали вот здесь целую просто сумку листьев. Я тут уже приложила эти листочки, чтобы прикинуть, как это будет выглядеть. Дальше, еще из наших богатств, это рябина, насобирали мы рябину и насобирали мы каштан, вот, видите, вот они в таких колючих скорлупках были, мы их достали, с пола насобирали, дерево каштан тут у нас как раз таки растет, и вот. Все, и еще у меня были сухоцветы, я тут тоже прикинула уже, у меня есть маленький такой веночек. Я думаю, что вот такие штучки тоже будут неплохо смотреться. То я буду делать вот с этим венком. Я хочу его плести, ну, вот знаете, по принципу, как мы, допустим, плетем веночек из одуванчиков. Вот. Единственное только, что большие листы у меня пойдут вниз, а ближе к центру пойдут вот такие вот меньшего размера листочки. И буду наслаивать, чтобы все это было объемно. Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Cause she left me.
Смотрите, я уже вот сплела, допустим, такой пучочек. А у меня здесь получилась пышная композиция. Более крупные листья сзади, поменьше листья спереди. Получился так объемно. Все это можно расправить. И вот такими небольшими частями я планирую все это прикладывать. И для того, чтобы это все хорошо держалось между собой, тут-то я скручивала вот эти вот веточки. Я еще шпагатом дополнительно сейчас перекручу. Покажу более детально. Смотрите, вот, допустим, у меня здесь 4 крупных листочка. Все их между собой я перевязала. Ну вот просто, знаете, перекручивая стебелечки. Это у меня получается база, основа. Вот объем уже создан. Теперь сюда нужно добавить листики меньшего размера вперед. Разные маленькие листики. И самый маленький, вот, допустим, ну вот такой, да, для большей детальности, для большего объема, он окажется в серединке. И все, вот такие пучочки, видите, мы с вами навязываем и из него создадим венок. Мне кажется, это просто будет, ну, максимально осенний веночек. Основа может быть абсолютно разной. Вот, например, если такая плетеная, как у меня, я вам рассказывала, покупала я его в Азалии Декор рублей, кажется, за 300, но, знаете, такое долгоиграющее вложение, разный, да, можно сезонный декор из него создавать. Если вообще взять просто картонку вырезать, да, такую, то можно вот такие пучочки навязать и полностью ее закрыть, чтобы было не видно. Но если что-то такое декоративное, то можно, допустим, на 2/3 заполнить, на 1/3, на половину, как угодно, и, допустим, оставить вот эту вот фактуру дерева. Я вот именно так и хочу сделать. Was I supposed to know that she'd leave? Was I naive to think that she'd be the one? Whoa. Just tell me, why did she go? Смотрите, я сплела и того вот таких 4 букетика получается. А чем я буду их фиксировать? В Ашане продаются вообще во многих гипермаркетах, где есть отделы для детского творчества, продаются разные вот такие вот штучки. Тоненькие проволочки, они там могут быть пушистые или вот как здесь с мишурой. В любом случае их будет не видно, но это будет тоненькая проволока. Можно, конечно, зафиксировать на шпагат, но мне кажется, что на шпагате оно так будет гулять. Может быть и нет, надо пробовать. А у меня есть вот такая вот проволочка, поэтому я хочу перевязать ей. Смотрите, как получается. По мне так просто шикарно, очень красиво. Я, наверное, еще один пучочек сделаю. В принципе, будет готово. Смотрите, я добавила еще один букетик. И вот к основанию, откуда у меня пойдут листья, я хочу добавить рябину. Пока только прикинула. Сейчас подумаю, как это вообще будет здесь смотреться. Но мне кажется, рябина это тоже такой максимально осенний элемент. И вот будет такой у меня веночек. Ну что, настроение осень. И вот так вот этот веночек у нас будет смотреться в интерьере. Мне очень нравится.
Ну что, у нас остается вот этот веночек. А насчет венка, точнее, вот грозди рябины, я, если честно, пока сомневаюсь. Нет такого, что мне прям 100% нравится. Он, мне кажется, без нее такой получается весьма-весьма самодостаточный. Поэтому, наверное, я сниму эти грозди, хотя примерила уже. Мне, в принципе, понравилось, как он там смотрится в прихожей. Но грозди, наверное, я сниму. А что касается вот этого веночка сухоцветов, я, если честно, прям хочу его таким вот и оставить. Слушайте, мне нравится, как он сюда вписался. Вот этот букетик из сухоцветов, веночек. Я его оставлю. Еще один элемент моего осеннего декора – это вот такая вот корзина флористическая с вереском. Когда-то в Азалии Декор я покупала набор таких плетеных корзин с ручками из джута. Вот, и теперь я их использую. Тоже, знаете, такой универсальный элемент декора. Так как корзина флористическая, внутри есть пленка. Там пленка, она прикреплена. И я решила вот этой осенью сюда поставить вереск. Купила разных оттенков, розовый, такой лавандовый и белый. Покупала в Ашане, вот он как раз-таки не засохший, хороший был. Сейчас я его поливаю, чтобы он у меня тоже дома не высох, потому что жарко. И решила я его вот в такую корзиночку поставить пока. Буду читать в интернете вообще, как он дома живет или нет, или он чисто, вот знаете, такой на пару месяцев. Если можно будет, то я его пересажу вот в эту корзинку, пускай меня радует. Если нет, то нет. Издалека, в принципе, не видно расстояние между горшочками, но я надеюсь, что сегодня Леша привезет мой заказ, с Алиэкспресс заберет с почты, и я вот сюда хочу маленькие тыковки положить. Ну, посмотрим, как будет смотреться, выглядеть это все, но вот так даже мне очень нравится. Сейчас на очереди печь яблочный пирог. Я хочу приготовить сегодня шарлотку на желтках. Вот знаете, единожды попробую приготовить шарлотку по этому рецепту, я теперь больше никогда ему не изменяю. И шарлотку пеку именно по нему. Очень вкусная, нежная получается. Ну и состав немножко необычно отличается от привычной шарлотки. Так, что нам потребуется? Нам потребуется сахар. Можно использовать белый, коричневый, какой вам больше нравится. По граммам все пропишу в инфобоксе. Дальше нам потребуется 4 желтка. Это принципиально важно, потому что шарлотку эту готовим мы на желтках. Из белков я обычно готовлю потом безе. У меня дети очень любят. Дальше у меня здесь мука и 1 пакетик разрыхлителя. 2 столовые ложки растопленного сливочного масла, но можно добавить просто растительного. Также у меня здесь 260 грамм сметаны. Жирность можем брать абсолютно любую, и яблоки, ну где-то 3-4 яблока, наверное, потребуется, посмотрим. Сейчас будем с вами смешивать ингредиенты. В первую очередь мы с вами будем взбивать желтки и сахар. Также можно добавить щепотку соли, прям буквально немножко, но тем не менее соль, она всегда в блюдах усиливает и раскрывает вкус. Смотрите, взбиваем именно до такого состояния. У меня сахар коричневый, поэтому не такая белая масса получается, но тем не менее видно, да, что она увеличилась в размере, в объеме увеличилась. А дальше мы к нашему тесту добавляем сметану и еще раз все будем взбивать. Вообще, конечно, вкус можно разнообразить и сделать более интересным, добавив крошку орехов, добавив экстракт ванили. Можно добавить лимонную цедру, грушу, тогда пирог будет более сладким, сухофрукты какие-то можно добавить, шоколадную крошку, как угодно можно играть с ингредиентами, и каждый раз обычный пирог, вот такая база, да, но у вас по вкусу будут получаться абсолютно разные пироги. Взбиваем все вместе со сметаной. Следующий этап. Просеиваем муку. У меня здесь мука уже вместе с разрыхлителем. Обязательно просеивайте всегда муку. Тем самым мы ее обогащаем кислородом, и выпечка получается более воздушная. И все хорошо перемешиваем.
После того, как мы ввели сюда муку, добавляем 2 столовые ложки любого масла. Я растопила сливочное масло. Можно добавить какое-то ароматное подсолнечное масло, любое растительное. Пока я с вами болтала и просеивала муку, я немножко засмотрелась, отвлеклась, и у меня тесто получилось, ну, такое, знаете, немного туговатое. Поэтому я сейчас добавлю сюда еще 1 столовую ложку сметаны. Вообще в инфобоксе я вам напишу, что в этот пирог требуется от 220 где-то до 270 грамм. Я вот положила 250 сразу, и видите, тесто стало таким туговатым. Вот можно разбавить либо желтком, либо сметаной, но лучше сметаной, конечно. И почему такая вилка по поводу муки? Потому что мука разная, а во-вторых, яйца тоже разные, размер желтка разный, поэтому ориентируйтесь именно на консистенцию. Сейчас я еще раз все взобью и покажу вам, какая она должна быть. Смотрите, вот это идеальная консистенция. До этого видели, да, тесто прям накручивалось у меня на венчике. Вот этого быть не должно. Сейчас консистенция то, что нужно. Оно не крутое, но в то же время и не очень жидкое, как на кексе. Чтобы можно было такое тесто перелить. Прежде чем буду сейчас чистить яблоки, всегда протираю всю кухонную технику, бытовую технику. После того, как я ей воспользовалась, особое внимание, вот знаете, уделяю вот этим всем моментам, углублениям, тогда техника будет служить верой и правдой, и даже спустя и 10 лет, и 15 будет выглядеть просто как новенькая. У меня есть старушка, мясорубка, мне еще бабушка дала, и вот она до сих пор вообще в идеальнейшем состоянии. Я ее взяла сразу, почистила, потому что я люблю, когда все чистое. Вот, и она теперь в идеальнейшем состоянии. Ну и провод тоже заодно протру, потому что он тоже может испачкаться. Еще важный момент. Я, например, провода скручиваю, но я всегда смотрю, чтобы в этом месте не было никакого залома. То есть вот не на излом оно, чтобы шло, чтобы вот здесь провод был прямой, ровный. Потому что тоже, если, знаете, пережать, то все, там все контакты разорвутся, отойдут. Сейчас начинаю чистить яблоки и уже заранее включила духовку, чтобы она у меня разогревалась до 170 градусов. У меня яблоки покупные, если есть свои садовые, то можно просто порезать прям с кожурой в наше тесто. Пользуюсь вот такой овощечисткой. Часто спрашиваете, когда у меня видите бренд, называется Джозеф. Очень классная, качественная вещь. Очень тоненько срезает кожуру. Я вот потом, когда беру свою старую овощечистку, я ощущаю, насколько у той толстый срез. Хотя раньше мне казалось, что она чистит здорово. Еще мне очень нравится вот эта плавающая головка. И она действительно хорошо чистит. И в одно, и в другое направление. Вот, например, такие продукты, как морковку, очень удобно чистить вот так вот. И это быстро получается. Для того, чтобы достать сердцевину, я использую вот такой вот нож для яблок. Покупала я его в свое время в Тескоме. Знаете, я думаю, что мне 2 яблок будет вполне достаточно, потому что прям они очень сильно здесь ощущаются. И буду выпекать в своей осенней форме. Еще такая шапочка, как будто бы тыква. Если найду ссылки, девчата, вот на все, что сегодня вы здесь видите, оставлю обязательно в инфобоксе.
Потому что сейчас, по-моему, как раз-таки по моему промокоду на товары для кухни скидка на Озон. Сейчас мы убираем наш пирог в разогретую духовку, температура 170 градусов. Выпекаться он будет долго, где-то минут 50-60. А готовность будем проверять шпажкой, но вот минут через 40-45, чтобы наша шарлоточка не упала. Пирожок у меня на подходе, шарлотка наша. И я приготовила какао с пенкой. Сверху решила добавить еще вот такую вот карамель. Такая красота получилась. Сейчас буду пробовать. С пенкой. Вкусняшка. Ну что, шарлотка у нас готова. Вот такая она получилась. Форма в самый раз и по диаметру, и по размеру у нас получилась. Ну и мое какао, которое я вам показывала. Очень, конечно, вкусно с пенкой. Мы попробовали с Софийкой в парке, когда гуляли сегодня. Нам понравилось, поэтому вот решили дома тоже сделать какао с пенкой. Сейчас немножко шарлоточка остынет. И вот с шариком мороженого или просто с молоком. Это будет безумно-безумно вкусно. И на такой вкусной ноте я сегодняшнее видео буду заканчивать. Огромнейшее спасибо, что провели этот день вместе со мной. Обязательно подписывайтесь на мой канал, оставляйте ваши комментарии. Ну и, конечно же, ставьте лайки. Мы с вами увидимся совсем скоро. Всем пока-пока!